сегодня я занялась наконец-то чисткой компьютера. Всем привет, с вами канал Артмания. Видите, какая пылька, плюка. Конечно, это по-хорошему надо его полностью все разбирать и тут пылесосить и что-то делать, но я решила почистить пока что вот тут вот. Кисточкой. Потому что он подвисает. А, наверное, уже после, когда ремонт закончится. Видите? Когда ремонт уже закончится, скорее всего, придется его отнести на чистку. Там пылюшка. Вот она. Видите, какая огромная. Тут, по-моему, не только пыль, тут, по-моему, еще и шпаклевка летала. Вот отнести, чтобы его прям хорошенько там почистили или вызвать, чтобы домой пришли, почистили уже после ремонта. Либо, ну, хотя не знаю, может уже не будет таких сильных. Шпаклевка в компьютере. Хотя его накрывал, конечно, старалась, но. Ну, смотрите. Видно вам? Видно, там такая пыль выскакивает. Ой, ужас. Ну, короче, самое главное, сейчас хочу вот эти вот. Этот почищу. И вот тут вот внизу тоже вот этот. У него тоже есть вентилятор. Там внизу я тоже почищу. Самое главное. Ну, а вот это вот, конечно, это не особо обязательно. Ну, и тут вот тоже немножечко, чтобы было покрасивее. Вот. С этой стороны почищу, вот тут вот, и с той стороны почищу. Потому что он подвисать у меня начал второй день. Надо что-то делать. Вот, ну, конечно, разбирать все это, менять термопасту, нет, я, наверное, уже не смогу. Мне кажется, я его не соберу потом. Смотрите, вот она. Блин, офигеть. Вот, знаете, я буквально чистила недавно относительно. Ну, с месяц, может быть, с чем-то. Представляете, какая пыль? Тут уже я так более-менее чуть-чуть почистил, а тут я в шоке. Блин. Я теперь понимаю, почему вис. Вообще, кошмар. Блин. Там все вот это запылилось туда. Офигеть. Кошмар. Блин, жалко, у меня нет пылесоса. Ну, по-хорошему надо вот это вот снимать оттуда, что ли. И там видно даже, вон и не видно, что там вот она запылилась. Вот она запылилась, офигеть просто. Короче, ладно, чищу. Дальше. Кока-кола. Не Пепси. Кола перелила. Перелила папа. Лили папа. Перелепла.